3 года назад я приехала, увидела маяк, увидела это место, влюбилась в него. И вот когда я подъезжаю сюда, к этому месту, у меня происходит какое-то совершенно такое освобождение. Для меня особенность, как бы, важная, это есть река, есть воздух, есть небо. Это очень большой заряд энергии и некоторое переосмысление. Это просто потрясающее сочетание природы, людей, которые не зажаты, без штампов каких-то социальных, ну, кажется, по крайней мере. И спектакль на природе, ну, это здорово. Конечно же, я не подозревал о том, что здесь будет именно так.
дико нравится этот момент, когда я разбегаюсь на маяк, и вот прям по внешней стороне, по этим деревяшкам сухим, достаю фонарик и пытаюсь высветить то поле, в котором все происходило. Для меня имеет какую-то некоторую, ну, метафору, что вот это поле, это вот, ну, поле во мне. Ну, это вообще очень интересная задумка. Эти установленные круги, площадки на траве, этот маяк просто какой-то фантастический. Здесь все люди, они собираются в спектакль и подключаются от сердца. То есть они подключаются и начинают делать того, что никогда в жизни не делали. Для ребят это первый опыт, когда они танцуют с девушками в паре, которые в совершенно другом стиле исполняют. И сейчас они раскрываются иначе. У них появляется совершенно новое ощущение. И то, что я слышала, им это нравится. Это круто. Это контакт с девушкой в парах. Я работаю впервые, наверное, поэтому все новое для меня прекрасно, и тем более с такой очаровательной партнершей, как у меня. Представляю, насколько круто это будет ночью со всеми декорациями, которые будут уже в деле, там, со всякими подсветками. Мне кажется, будет просто замечательно, бомба. Вот. Но единственное, что, конечно, комары – это вообще просто, они здесь людоеды. Огромный спектакль, очень много людей, очень много места. У меня роль хореографа, ставлю хореографию, помогаю Вите. Самая главная функция, наверное, моя как режиссера, как автора проекта, да, вдохновить. И тогда это такая цепная реакция, уже все находятся в этом состоянии, и процесс происходит.